двое. Господи! Это же громовые птицы. Ой, да и ладно. Они первые ходят? А вот это... Так, спокойно, птичка. Ой, как прикольно, ты видела, да? Такая приковыляла птичка. Так. Вот сейчас очень аккуратно. Очень аккуратно надо. Я уверен, что молния против них не очень хорошо. Она вообще на них не работает. Зато и лед не... Вы что, вообще непробиваемые, что ли? Так, ладно. Что тогда я могу сделать для своих? Буран. Нет. Восстановление. Ледяной доспех. Нет, что-то как-то я ничего не буду делать, наверное. Нужно мне взять это из осушения уже. Так. Тогда просто дам по морде птичке. Точно. Чё думать? Просто дам птичке по морде. Нормально, ты и так вдарил. Да, не могу. О! Ишь, как он может, а? Ну-ка, давай. Ну, это пофигу вообще, потери незначительные. Так, это что было сейчас? Я же убил эту хреновину. Я видел, как я убил эту хреновину. Они же возрождаются, это же фениксы. А, это фениксы! Я думал, это рухи. Ладно, неважно. Ну, они по внешнему виду похожи на рухов. Да, да, да. Ну, ладно. То есть они умирают, потом возрождаются, а потом совсем умирают. Угу, угу. Ну, я им сейчас обеспечу. Я им сейчас обеспечу, совсем умираю. На кого? О! Вообще молодец, спасибо. На тех, на кого не жалко. Так, кого можно восстановить? Так, так, так. А чё-то как бы у меня все живые, что ли? Ну, вообще отлично. Походу, да. Дадим птичке по морде тогда. Так, кто там ходит? Вампиры. Ну, так они и убьют. Вот опасно. Я лучше вампирчиков подлечу. А, здесь просто нельзя воскрешать, ты представляешь? Земля святая. Да, 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 да. Я потерял на самом деле здесь... Нельзя нежить некромантить. Упырей. Нельзя здесь некромантить. Ходят тут, понимаешь, топчут. Некроманты всякие. Некромантят. Некромантят, ну. Ходят тут, топчут, мертвых поднимают. Наверняка некроманты. Что за уроды? Стреляют. Понятно. Шаманы. Шаманы, сейчас я их. Наш шаман. Кстати, у меня левелап был, надо было левелап на себе. Я не понимаю, что у меня буран не функционирует, я понять не могу. Земля, что ли? Место какое-то намоленное. Так, да. Трех существ могу убить. Так, а молнии, если. Пятерых могу. Так я ж с удовольствием пятерых. Так, вампирчик, давай-ка сразу в бой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот некрасиво. Некрасиво. Ой, некрасиво так поступает. И чё ты там? Тебе не понравится отдача, чувак? Во! Одного. Чё-то как-то я пока не это. Не, ну, видимо, эти ловцы снов какие-то крутые ребята, конечно. Так. Так, так, так. Ладно, пока не... Хотя нет, наверное, все же стоит. Восстановить. Дадим по морде. Еще раз дадим по морде. О, красавцы. Достаточно. Не надо, я распилил. Да. Победа. Так, а что за место?
Магический зверинец, но этот... У меня два поинта уже. Так, а уровень... О, боже а мой. Уровень... 12. А уровень 12. У меня еще три уровня. Я смогу взять цепь молний. Ну а пока я возьму себе вот эти штуки, которые мне позволят бить молнии сильнее. Просто-напросто так. Бить бабу молнии. Бить бабу молнии, чтобы была баба золотом, да. Именно. Так. Что? Постройки, постройки. Чего не хватает-то? Каменюк не хватает. Ну, здесь всего не хватает. Ладно. Красный игрок, ваша очередь. А, смотри, давай начнем с того, что наймем трупы. Да, с воскрешения. Да, 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 да. 11 тысяч, прикинь. Берем. Но оно того стоит, конечно. Иначе сгниют же. Конечно, так, нельзя замки. Этого допустить. Вот он, твой новый замок. Да, перестроить. Можно его обратить. Да, перестроить да. Сейчас. Сейчас мы будем наблюдать процесс осквернения замка. Ага, осквернение адского замка. Да. Конечно. Некрополис. Осквернение демонов некромантами. Угу. Ужас какой. Мракобесие. Это точно так. Вот он, новый, вот. Твой новый некроманский замок. Что в нем? Кстати, в нем так нормально уже отстроено, на самом деле. Надо заметить. Угу. О, прикинь. А, нет, не можешь. Даже эту еще. Здесь а, первый нас сначала еще. Поставить. Это тоже воскресенье. Вот здесь тут... тоже, блин. Подожди, сейчас. Так. А, вот это не, что-то... Не, да, ничего. Ну нет, тут в смысле нету первого mm-hmm. портала, mm-hmm. поэтому нельзя поставить. Ну тут уже второго. Сегодня как бы постройка засчитана, перестройка засчитана в качестве постройки, поэтому ничего сделать нельзя. Тем более и денег-то как бы немного. Что ты пойдешь на вылазку или подождешь конца недели? Я подожду конца недели в замке, ага, посижу, все, осмотрюсь. Зелененький, понимаете Смирился. Ли? Да, так посмотрим, что за. Нет, не интересно. Волки. Да. А, они же у этих русалки и даже теневая пантера доступна мне. Так, минотавры, отлично. Уничтожить минотавров. Минотаурусы. Уничтожить минотавров. Всех минотавров уничтожить. Так, чё вы? Ну, это чисто минотавры, это понятное дело чисто беготня, конечно же. Так, у меня уже должна быть усиленная молния. О, да. Это, мне кажется, даже с профицитом. Ну-ка, ледяной глыбой. Давайте ледяной глыбой. Люблю заклинание ледяной глыбы. Ничего не могу с собой поделать. Вот люблю я заклинание ледяной глыбы. Так, ждите. Ждите. Так. Ну, в общем, можно было бы, но ждите. Лучше сначала личи обработаю. Вот, теперь другое дело. А чё это? А, нормально. Минотавры хитроманты, ты прикинь. То есть они отвечают раньше, чем их ударили. Мне там, это кстати, нравится. Есть такая фишка, да. Так, о, я могу здесь сейчас заатаковать. Отлично. Защищаемся. Ходите, минотаврики. А, да чё вам ходить? Я вас убью лучше. Чё вам ходить? Я вас лучше убью. Интересно, вот ударом обычным. О, я даже обычным ударом их убью. Отличный бой. Вообще, отличный да. бой. Вообще, я считаю. Так, еще какая-то штука. Сильный артефакт. О! Приодели, приодели. Замечательно. Немножечко опыта. Level up! Уровень 13. Ну и я в свою очередь возьму... Ну вот о чем мне тут брать-то? А, я же хотел взять осушение. Давай-ка я возьму осушение, точно. Так, ну и персонажи. Да, осушение полезное. Осушение очень полезная штука. Показывает практику.
Так. Боже мой, сколько здесь всего интересного. Незначительная угроза от всадников солнца, теневые убийцы. Ну вот я на всадников, пожалуй, ломанусь. Атаковать. Сейчас мы их заатакуем все. Хитрецы разделились, а? Но все равно никто из них не добегает за раз, так что... Можно бураном даже. Да я не понимаю, ну что за прикол? Почему буран-то не работает? О, работает. Не, я не буду. Я потихонечку хочу. Нормально, и что он не работает, а работает? Не, ну меня просто... Ну как бы... Ну, нет, иметь возможность приятно. Воспользоваться бураном. Но пока не надо. Ломануться надо. А, давай ломанемся. Призраки, ждите. Атакуйте. Лечи. О, красавцы. Все. А, залутать не успеваю. Ну ладно, что. Ходит красный игрок. О боже мой, это же я. Да. Давай посмотрим, что мы можем построить в замке. В новом или в старом? В новом, конечно. Ну. Можем уровень замка поднять. А, обойдется. Тем более мы не сможем. Ну, в общем-то, единственное, что мы здесь можем сделать, на самом деле. Тогда ничего не будем делать. Okay. Давай на тот замок переключимся. Вот этой стрелочкой. И посмотрим, что здесь построить можно. Только эту фигню. Угу. Чего не хватает туда, посмотрим. А, кристаллов. Ну я с тобой поделюсь. Сколько у тебя кристаллов? А этих, чтобы прокачать. Два кристалла. Тоже кристалл. Да, тут на всю прокачку нужны кристаллы. Окей, я тебе кину 6 кристаллов на следующий ход. Спасибо. Так, ну что тогда? А, подожди, трупаки. А, нет, не было трупаков, это у меня было. Нет, не было, я же сидела в замке. Да. Пропускаем. Ну вот давай пойдем в эту шахточку заходим. Она твоя. А, она и так моя. Да, да. Тут вот только какая-то непонятная. Есть. И вот еще. Давай чуть-чуть выбежим, посмотрим просто. Да. А, это зал бойцов. Да, после каждого боя владелец получает больше золота. Нет, не будешь брать. Он даже не охраняется. Нет. Да кому он нужен? Ну ладно. А сюда? А там что? Элемент или сияние, короче, элемент или света. Да. А внутри да у тебя, блин, у тебя на следующий день популяция, давай лучше дождемся. А внутри это штука, которая тебе дает этот прирост дополнительный, если перестроишь. Жилище. Да. Жилище. Мне нечем перестраивать. Ну я тебе дам кристалл, что ли. Ой-ой-ой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой! А у меня что-то. Нету никого. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, а с башен-то никто и не стреляет, должно быть, да? Тут на самом деле... А, у тебя стрелков нет. У меня нету стрелков. У меня ламасу есть. Надо нападать, я не знаю, что еще делать. Ну, у них герой, может фига. Да как бы, тем более тогда нужно нападать скорее. Не затащишь. Не затащу. Так, а что делать? Надо быстрее в замок. Блин, он сейчас популяцию соберет. Так он же мимик. А, он может его перестроить. Чё? Захватите город не позднее, чем за 7 дней, или потерпите поражение. Ну, это стандартная тема. Так, могу ли я сейчас куда-нибудь... Нет, телепортироваться? Не могу. А, у меня замок забрали, да. Куда мне телепортироваться? Ну, черт возьми. В
вот это я, конечно, залошил. Ну, а как бы, а мне никак, как, никак от этого не избавиться, эффекта стрёмного. Хотя, подожди. Давай-ка мы загрузимся, я там героя, что ли, найму. Ну, тоже что это даст? Особо-то. Все равно расфигачат. Как-то вот так неудачненько все это. Как-то все это так неудачненько. Ну ладно, побегу, что делать. Да уж. Так. Ну все, туда я пропускаю. А красный что? Соберешь здесь войска? Да, соберу здесь войска. На все? Ты на все, взять? Конечно. Отлично. Войска собраны, скелеты разделены. Угу. Выходим и мы в покидаем бой. Этот город, да, и выходим в бой вот с этими штуками. С вот этими штуками. Все, давай. Атаковать? Конечно, атаковать. Зря шли, что ли? Так. Первыми ходят вампиры. Либо можно что-нибудь кастан. Или ударить по морде. Ну, ударим, давай просто. Просто ударим. Все, ударим. Пожалуйста. По морде. Давай подождем вампира. Да, конечно. Ну, все, можно. Ну, хотя можно подождать, чтобы стрелки их попробовали размотать маленько. Давай. Пусть стрелки подразмотают. Вот который с четырьмя хитами. Фу, которых четыре штуки. О, как раз из личи ходит. Че, вот это или все-таки вот это? Нижнего. Да. Сначала нижнего добьем, то за верхнего примемся. Ламассу нападают? Да. Ламассу не смсит. Ну и призраки, да. Давайте. Красавчик. Отлично. А чуть-чуть не хватило до левелапа. Закинь. Я ж тебе... А, ну а да, как бы я тебе отправил кристаллы там? Принять или отказать? Ну давай принять, все равно никто не войдет в армию. Закрыть. Перестраивать будешь? Да, буду. Отлично. Тут даже на перестройку кристаллов, да, кристаллов не надо. Нужно. Отлично. Осквернили еще одно демоническое здание. Насколько это возможно? Так, закрыть. И куда дальше? Ну, и тут вот, очевидно, ничего вот... нет. Да, что ж ты делаешь-то? Вот сюда идем. Сюда. Давай через... Собирая попутно всякие флаги, всякие вот эти штуки. Все. Ну да, все. Тут все закупила. Зеленый, такая дрянь. Ты посмотри, а? Он издевается еще. Ты посмотри на него. Он сейчас прибежит и вот эту хреновину захватит еще. Нет, беги замок отвоевывать. Да я бегу замок отвоевывать. Пофиг вообще. Тем более я ему перекрыл. Ну, не факт, конечно, но так постарался. Так. Ну ладно. Все, красный игрок. Собирает флаг. Да, собираем флаг. Собираем еще. Собираем вот эту фигуру. О, левелапчик. Что прокачиваем? Что прокачиваем? Можно крутую удачу взять, например. Давай посмотрим, что у нас в магии. В магии, давай. Можно вот владение темной магией взять. Так, а вот это вот у нас в чем? Вот это агония. Вот. Агонию, да? Так, вражеские отряды цепляют тени, вытягивают жизненную энергию, пытаясь действовать, получают 175 единиц урона. Угу. Длительность 3 хода. А подожди, там еще была, по-моему, не в магии, а вот в первой вкладке стрелки. Я их брала, нет? Да, ты брала. А вторые это фигня. Ну давай тогда возьмем агонию, действительно. Все, берем агонию. А это что интересно? Агония общая. Отлично. Да. Так, это взяли, теперь вот этот вот камушек. Теперь вот этих, наверное, надо убить, церберов.
Что-то валяется у них интересное. Ну, если интересное, давай. Атаковать. Мне единственное, что обидно, это то, что как бы они сейчас мою популяцию там, блин, купят, уроды, и мне еще с ней драться. Так-то все фигня. О, давай огонью попробуем. Давай. Ну, пофиг. На песика. Фиганем. И подождем. Песики прошарены. Подождем пока. Стреляем. Мне кажется, надо вот этих вот. Они слишком... Да, нижних. В опасной близости. Слишком, слишком опасно подползли, да, к скелетам и лечам. Есть. Ломасу в бой. Все. Загрызла. И чё там? Гримуар мастерства к мане и к восстановлению маны. Как раз то, что тебе... Угу. Как раз то, что тебе зайдет неплохо. О, погодь. У тебя можно прокачаться. В кровь. В кровушку. Ну, естественно. Прокачаться в кровушку. Сейчас вырастут. Крючочечки. Ну. Декоративно. Ну, естественно. Все. Красотка, а? Вот красотка. Вообще. Ну, маленького. О, еще левелапчик. Че, теперь берем? Отлично. Магию все еще? Может, массовую агонию? А, да, давай возьмем массовую, давай, агонию. Все, массовая агония взята. Больше ничего нет, ты в подземелье, правильно понимаю? Или нет? Не знаю. Вот это вот что за башня, просто посмотри. Аванпост. А, вон, даст ресурсы. Стало здесь лагерем. Что там? Ну, вообще 5 кристаллов, 5 кристаллов тебе не помешали. Даст. Давай возьмем. Так, там огненные эти всякие. Да там незначительная угроза, фигня. Мало-мало. Давай. Давай. О, тем более, видишь, тут желтый пытается отбить. А, зелененький-то. Ах ты ж, почувствовал, стервец. Да ладно, не напоминайте мне, блин. Чё дрянь? Куда ты уходишь-то? Ах, куда же вы уходите? Да. Ну ладно, дальше. Красный игрок. Может, его задохнуть? А вот мы давай сейчас сохранимся. Хорошо. Сохранимся. Давай. Легко. Сохранились. Угу. И заатакуем вот эту дрянь. Вот эту дрянь. Вот это правильно. Приперлась. Правильно, надо атаковать дрянь. Атаковать дрянь. Да. Ну, у нее вообще это их какой-то остаточный против... герой, короче, против, я чувствую. Против моей великой армии. Да, это остаточный герой, и ты легко затащишь. Это все, что ли? А, не, еще вот эти вот. Давай им по морде дадим. Да, давай этих суккубов. С этих суккубов. Вот это не по понятиям, конечно. Мы сами виноваты. Ну, сами нарвались. Ну. Нет, там даже дергаться не будем, мы суккубов издалека расстреляем. Вот просто нужно упыря дела сейчас еще так поднять одного, чтобы совсем красиво. Ну да. Мне кажется, лечи сейчас, да. Да, все, лечи сейчас затащит. Все, отлично. Да. Давай. Игрок цвет желтый уходит. Есть. Золотой из этого и мира потерпел поражение. И вы нашли артефакты. Круто. Сильный артефакт, предмет из набора, к дальности передвижения героя по морю. Секстант морского, морских эльфов. Отлично. Ну а на следующий ход ты сможешь уже эту хреновинку взять. Замечательно. Что-нибудь строить? Давай посмотрим, что там можно построить. Давай посмотрим. Я все-таки рекомендую эту штуку. А она не построится. До 4 уровня можно прокачать только один замок. Вот попробуем. Да, да, реально. Подтверждено. Но остальное у тебя кристаллы упираются. Только остальное кроме все мне не надо. Да нет, зачем? Тут 2 уровня ворота. К
как бы все нормально. Ну, может, в том замке посмотреть. Да, посмотрим. Давай. Ну, тут то же самое. Ну, тут same shit. Ладно. Стой, подожди. Тут важный момент. Так. Не, все, трупаков нет. Нет, нету. Ах, сейчас в замок сядет, да как наймет там себе. Дрянной мальчишка. Давай. Атаковать. Все. Ну все, теперь репан. Возмездие. Я надеюсь, он что-нибудь построил там, пока меня не было. Что-нибудь улучшил. Ну да. Я ему сдавал замок в аренду. Типа. Ну, по крайней мере, он его не перестроил. Он его не перестроил. Это, кстати, очень отлично. Что значит, что он не снял твой прирост? Да. Это очень клево. Так. Прежде всего, я... Боже мой, там армия-то у него. Плюнуть, растереть. Да, это так. Именно поэтому я накастую на них буран. Сразу вот как. Чтобы не мелочиться. Ой. Я уже побоялся, что игра подвисла, но нет. Ой, 2 хитпоинта личам снял. Потертость на одежде появилась. Все. Есть. Даже артефакты получил. Так. Это, видимо, главный герой был. Ну, судя по всему, да. Так, нет, стоп, что это я героем-то не зашел? Надо его замок найти. Надо. Ну, мы, в принципе-то, знаем, на самом деле, где его замок. Так, популяцию. Нету популяции. Как так? Ну вот так вот нету. Он, наверное, в своем главном замке нанял. Хотя, подожди, а как моих-то? А как? Или, видимо, он же нет демон. Еще и... Ты погляди! Он задегрейдил. Магистрат. Вот паразит. Блин, так, ладно, сколько стоит? По десятке. Ой, что-то как-то в боку закололо. Дороговасто, да. Дороговасто. Так, давай я тебе кристаллов отправлю, я обещал. Так, я тебе обещал 6 кристаллов. Все, отправляю тебе 6 кристаллов. Спасибо. И сейчас будем покупать. 1, 2, 3, 4. Все. И тут целых 6 надо. Так. Значит, смотрю, что-то не то. Какой-то не такой пейзаж какой-то чувствую. Ну, что-то, ну, как бы... Блин, с одной стороны, конечно, хочется сидеть тут нафиг, не отсвечивать до популяции. С другой стороны, хочется пойти отмордовать его уже. Пойду и отмордую его уже. Тем более, я там под землей смогу нанять. Так, где тут у меня проход-то? Подземненький. Все. Красный игрок. Каковы ваши действия? Это я. Вот эту штуку. Аванпост. Давно да, хотели. Да, конечно. Давно я хотели. Я желала. Так. Атаковать их аванпост. Посягнуть на их аванпост. Ой, вот эти неприятные ребята. Что-нибудь будешь ставить или просто по морде дадим? Я предлагаю просто по морде дать. Ну. И подождать. Ай-яй-яй, стрелочек у нас, да? У нас тут стрелочек, значит. Так, ладно. Полетим к стрелку? Призраками. Ну, давай полетим. Нет, давай лучше призраками. Поздно, к сожалению. Я просто как бы рассчитываю на то, что стрелки сейчас нормально поработают. Ну да, конечно. Я думала стрелками расстрелять стрелков, а этими контактами вынести эту парочку. Да. Ну давай все-таки, наверное, так и сделаем. Да. Черт. Надо добивать. Рано.
А вообще норм. Можно поднимать упырей. Ну, давай поднимем. Что, вампиры сейчас убьют? Клёво. И у тебя еще плюс 5 кристаллов. Да ты вообще теперь кристальный магнат. Отлично. Давай посмотрим, что в замке. А подземелье не? В замке? Давай в замке посмотрим. Нет, что? В замок не пойдем, просто посмотрим. Ой, так, все, смотрим. Это вот новый замок, напоминаю. Ага. Так, мы построим, пожалуй, базовый портал. Чтоб между замками можно было бегать. Отлично. А, ну и все. А во втором замке что-нибудь будем строить? А во втором замке построим. Так, а на этот что нам не хватает? 10 кристаллов надо, но я тебе могу, 4, конечно, давай отправить. Давай попробуем докупить на рынке. Да не, они дорогие, ты что, давай я тебя отправлю на следующий ход. Ну ок. Ну или, ну не, ну проще, мне кажется, подождать. Да. Так. И герой пойдет в подземелье или здесь останется? Так давай в подземелье сходим. Давай. Чуть-чуть не дошел, ты погляди, а. Синий игрок. Да, трибуна ликует. Ходит синий дубль игрок. Два. Да. Песня та же, исполняю я же. Так. Замок, ой, нет, нету. Портал есть, на эту штуку. А, я тебе обещал кристаллы. Сейчас отправлю. Кристалликом. Отправил. Блин, у меня почему-то всяких деревьев вообще нет и прочих камней. Посмотрим, что я могу. Ничего не могу. Все понятно, все просто, я ничего не могу. Так. Хочу посмотреть. Тут все мое. Ну да, шахты мои. Просто как-то прирост ресурса не поспевает за моими потребностями. Красный игрок. Но бывает. О, а тут еще золото. О, золото, отлично, золото берем. Я вдруг заметил. И в подземелье. Сейчас узнаем. Так я, блин, я уже вот здесь вот был, прикинь. Вот я уже был вот здесь вот ведь. Так, давай берем тогда тут всякую штуку. Да, берем всякую штуку. Преследовать. Ты знаешь, я, честно говоря, удивлен тому, что здесь они так часто отказываются присоединиться. Потому что обычно как-то они в тех же третьих героях, да, там моих любимых, угу. Они прям очень активно-активно присоединяются, а здесь что-то как-то не торопится. Ну, мы еще все расстреляем издалека. Ну, за это придется, да. Что делать? Сами виноваты. Не захотели присоединяться. Императрица. Вот тут осталось-то. Вообще пофигня. Он еще и рыпается, ну. Смотри. Ты посмотри на него, а. Скоро левелап у тебя. Кстати, это какой уже уровень? У тебя будет 13. Ничего себе. Так, ресурсики. Это что за штука? Сборщик душ повышает магическую силу на 10 единиц на одну неделю. Почему бы нет? Так, ну и собери... Ну и я... Чё? Да, тут соберу, пособираю. Те ресурсы, которые я тут есть. Оставил. Да. Ну так, да, от замка. Ну, чтоб тебе не бегать два раза. Так. А, у тебя теперь появились кристаллы, ты можешь либо в этом... Ну, это вот новый замок, почти. Угу. Чё? Чё? Давай можешь? Улучшенный, а, построим. Улучшенный городской, да. Слушай, а его нужно во втором замке строить? То есть, есть ли смысл строить второй раз его? Что он вообще даст? Ну, он, герой с карты телепортируется к замку, к ближайшему замку с улучшенным порталом. Ага, все, понятно. Так, что-нибудь еще строить намереваешься? Да нет, вроде. Тогда пропускаем. Фут. Остался только зеленый враг. Я бегу сюда, потому что... А, нет, я не бегу сюда, потому что это долго. А зачем тебе туда бежать? Я думал, я там популяцию соберу, но я понял, что популяцию придется ждать долго. Проще сразу бежать сюда. Сразу в атаку? Да, проще так. Я не буду его атаковать, а тебе его оставлю. Да, пожалуйста, потому что это сволочь. Это, да, это личное. Это реально личное.
Так, ну тут я, в общем, тоже уже ничего для себя такого интересного не сделаю, наверное. Так что пропускаем ход. Красный игрок собирает ресурсы. А вот и твой 13 уровень настал. Yes. Чё берем? Магию? Давай магию посмотрим. Давай темную прокачаем. Да-да-да, я вот хотела сказать, что вот эту штуку. Отлично. Марина у нас темный маг и агрессивный игрок, напоминаю. Будешь нападать на этих? Теневых убийц. А чё они там охраняют? Ну чё-то охраняют. А, чё-то это даже какое-то здание. Да давай, а чё ещё делать? Это здание, давай, давай. Господи, давай атаковать, конечно. Тактическая фаза. Они еще не устраивает. Да. Ну, давай пропускаем тогда. Хотя как бы надо будет призраками походить. Моя ставка, что они здесь где-то. Давай. Фига себе, я четко угадал. И призраками. Ну, сначала. Воскресить. Ну, после героя, естественно. Давайте, призраки. Призраки, ай-яй-яй. Ну как вы могли? Ну как? Столько надежды на вас. Отлично. Замечательно. А вы как вот обратили внимание? Я сейчас обращаюсь к нашим дорогим зрителям. Вы обратили внимание, как вроде как я был такой весь из себя крутой, а потом, короче, бах-бах-бах, и Марина тут у нас доминирует со страшной силой. О, там кристальная шахта, которую вот она, охраняют, да? Шахта эти вот тёлочки, вот, да. Туда-то ты пойдешь, я думаю. Конечно. Ну и все? Или что-нибудь строить еще хочешь? Да, строить там нужны кристаллы, у меня их пока нету, а брать у тебя, хотя, да. Я их уже и так много взяла. Ну, у меня скоро будут свои. Скоро будут свои, действительно. Хоть синий игрок. Синий игрок на позиции догоняющего. Форт непокорных. Давайте. Кстати, вот если я заберу форт, то я там смогу взять популяцию, да? Возможно. Короче, давай я заберу форт. Да вот. Забирай, конечно. Так, ну, в общем-то, на самом деле, я тут тоже могу еще кое-что. А, нет, это не то. Я могу заапгрейдить себе призраков. А, не, я, наверное, подкоплю вот тоже себе на улучшенный городской портал. Причем, смотри, у тебя все юниты прям проапгрейжены, у меня ни одного заапгрейженного нету. У меня все, кроме призраков. Да, давай, заатакуем. Мне. Три штучки. Их. Да. По одной. Так. Но. Может, заорганизировать, хотя подействует ли на них? А, действует только на живых. Нет, на них на не подействует. То есть и эта фигня не подействует, все. Нет, нет, нет. Ну, но давай тогда бить по морде. Фиганем мечом по морде, да. Да, надо бить по морде, тогда. Вот верхнюю. Она да? мне не нравится. Пожалуйста. Она мне не нравится больше всех остальных. Вот они сейчас опять, блин, перейдут в фазу стрелка, поэтому я, пожалуй, с вашего позволения сразу побегу. Да. Массу родименькие. И давай ту, которую начал. Да. Опа! А, молодец. Ай-яй-яй-яй. Глупо. Не, не так уж глупо. Так. Надо бить ее по морде и убивать, я считаю. Конечно, надо. Теперь вампирами. Вообще по-всякому бить. Прям кромсать. Да. Ай-яй-яй, на ломас. Ой, некрасиво. Ой, вот это сейчас вот некрасиво было. Так. Вот это не ответит, давай ее. Так, и сейчас вот здесь вот встанем, чтобы заблочить.
Так. Я вот что думаю, может быть, вот одного ломасу или 5 призраков? А, давай ломасу. Или чем надо это убивать? Стрелки это убьют. Все. Затащила Марина. Теперь, во-первых, собираем все. Да, кристаллы. Кристальная шахта. Все, Марина, кристальный магнат. И теперь в этом самом городе воскресим павших призраков. В ближнем или в этом? В ближнем, конечно, в том не... То есть, фу, в дальнем, в ближнем-то нету воскрешалки. А, точно. Все, воскресим павших призраков. Что-нибудь построим? Давай здесь посмотрим. Можешь заапгрейдить кого-нибудь. Вампиров или скелетов. Давай лучников твой, то есть копейщиков заапгрейдим. Так, а побежим куда? Я рекомендую куда-нибудь сюда. Тут много всяких вкусностей. Например, алтарь господ. А я предложу закончить стрим. Да? Ну хорошо. Давайте действительно на этом сегодня и завершим. Ну, доиграем, очевидно, в следующий раз, потому что там мы уже затащим. Там будет, да, наверняка. Эпическое соло Лемминга на там костях врагов. Я буду просто мстить, и мстя моя будет страшна.